Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Skyrim. В последней серии мы получили работу, нам нужно добыть, как это называется, белый флакон, достать его алхимику в Виндхельм. Он находится где-то здесь. С нами наш верный напарник, который себя, в принципе, еще никак не проявил, но, судя по всему, пацан суровый. Потому что одному мне уже что-то стало тут страшно ходить. Давайте исследовать, что у нас здесь. Кстати говоря, мне этот алхимик старый дал какое-то зелье. Давайте посмотрим, что за зелье он мне дал. Сложно узнать, конечно, в таком большом запасе отыскать именно то, что дал мне он. Наверное, вот это вот. Хрен знает. Все-таки это явно не то, потому что это яд. Ледяные привидения. Понятно. Но ледяные привидения у меня есть своя. Своя приспособа. Не так хорошо она сработала, надо сказать. Давай, руби. А, это уже новое. Хорошо, у нас новый уровень, и нам надо прокачать одноручное оружие по-любому, потому что мощи мне, к сожалению, не хватает. Так. Одноручное оружие. Что интересно сделать? Вероятность критануть или вот это дальше качать? Лучше вот это, я думаю. А на это я не могу. Почему-то. А, необходимо 60, понятно. Оружие в каждой руке я тоже не использую. Так. А давайте. Давайте. Попробуем. У нас же такой отличный есть кинжал. Возьмем мы его в левую руку, а эльфийский меч в правую. Я думаю, это будет круто смотреться. В принципе, ничего сложного особо тут не вижу. Единственное, что по этим тварям очень неудобно попадать. Пальцы совсем занемели. Оружие бы в руках удержать. И не говори. Как тут холодно, а? Прям чувствуется, какой дубак. Интересно, а мне действительно нужно использовать это, что он мне там дал? Или можно без этого обойтись? Сложно сказать. А здесь вроде потеплее, да? Что такое? Здесь сама земля греет. Так, ладно. Что же здесь такое? Непонятно. Я думал, тут с нежитью что-то. Но что-то какие-то ледяные привидения. Хотя не будем загадывать. Вроде как пока никого не слышно. Так, это что? Кого-то слышу. Где-то там. Так, это прекрасный повод, чтобы сохраниться. И я думаю, тут ходит Драугар. Так, смотри, не наступи сюда. Будь внимателен. Вот не наступи на эту штуку. Опа-па. Thank you.
спрашиваю, сколько у тебя здоровья? Блин, жалко, так просто не узнаешь, сколько у него здоровья. Древненордский двуручный меч. Ну там без шансов уже было, просто тут он по-любому бы нас заметил. Так. Пока что мое оружие неплохо себя проявляет. Что то, что это. Хорошо, ты у нас будешь приманкой. Судя по всему, они прекрасно его замечают, бегут на него. Давайте пока собирать. Так, кстати говоря, а какой у тебя топор? Ты замечательный друг. Конечно, я от золотишка никогда не отказываюсь. 16, железный двуручный. Пошли. Да это 22. Ну, двуручный вроде, да? Давайте-ка мы ему вот это дадим лучше. Да? Эй, подожди. Ни хрена себе. Да? Так. Конечно. Я от золотишка никогда не отказываюсь. Я, пожалуй, дам тебе вот этот вот топорик. Нет, дать, не брать. Только ты все равно берешь какую-то шляпу. Ну ладно. Так, сейчас я маленько опять путаюсь в управлении. Это в правую руку, это в левую. Пошли. Хорошо, что меня они с трудом замечают, а его с легкостью идут к нему драться, а я их в этот момент встречаю из-за угла. Неплохое тактическое преимущество, ну и вообще подстраховка от такого паренька навсегда радует. Так, кто-то идет. Давай, давай, давай. Хорошо. Ничего сложного, абсолютно. По крайней мере, пока не буду загадывать, как обычно, сейчас встретится какой-нибудь палач. И все, хана. Так, древний нордский шлем, древние нордские сапоги. Братень, тебе нужно приодеться, ты какой-то слабый. Конечно, я от золотишка никогда не отказываюсь. Возьми, пожалуй, это. Ожерелье, пожалуй, ты от меня не получишь. Вот. Пошли. Пошли. Жаль, ты к этому мечу двуручному прирос. Будем искать тебе меч получше тогда, раз не пользуешься всякие секиры. Вроде никого не слышно. Книги? Книги это хорошо. Лежать. Так, слитки это тоже хорошо. Прочесть зеркало. Это явно что-то мне поднимет, потому что стоимость, видите, 50. Да, блокирование. Хорошо. Возьмем. Кубок, кувшинчик. Зачем они мне? Тихо. Не вставай. Золото. Пока неплохо справляемся, надо сказать. О, какая пакость. Чей-то позвоночник лежит. Что у нас тут такое светится? Так, блин, у нас есть дорога вот сюда, но там еще у нас был спуск вниз. Куда же идти? А, ну, судя по тому, что эта дорога уходит направо, мне все-таки сюда будет нужно идти по квесту. Поэтому давайте-ка мы сначала исследуем, что у нас здесь. Здесь пустят нас, конечно. Адепт. Сложно.
Бляха. Ну, вроде нашел примерное направление. Бля. Вот так. Да твою мать, под самый конец. Да как? Ну, наконец-то. Ох, все бы было так просто, а. А то попадется какой-нибудь замок уровня мастер. Надеюсь, я не зря сюда пришел. Прочный железный щит. Продадим? Сильное зелье магии. Не сказать, что что-то прям очень хорошее было, но... В принципе, ладно, оно того стоило. И теперь давайте двигаться дальше. Мне, кстати говоря, нравится с двумя оружиями ходить. Что-то в этом есть. Давайте сохранимся. Так, тут никто не лежит беспокойный. А то я знаю вас. Встаньте. Только так, как пить дать. Вот ты, например, ты же наверняка встанешь. Хорошо. Шестикратный урон. Ты тоже можешь встать в неподходящий момент. Тебя кинжалом зарежу. И вон еще один лежит так тихо. Так. Уходи. Уходи. Я сейчас к нему пойду. Наверняка встанет вот этот. Поэтому я поостерегусь. Золотые слитки. Круто. Так, он вроде бы заметил моего напарника, поэтому надо его будет... Вполне неплохо. Гибкий. Хорошо стоит. Лежать, не вставать. Гранат, золото. Неплохо. Еще есть беспокойные? Вроде бы нет. Зато кого-то слышу. Вот его. Так, тут у нас слитки, я вижу. Стальные. Возьмем. А это у нас нажимная плита. И на плиту прям упал, ему сразу бальзамирование. Ой, бальзамирование, говорю. Короче, понял. Вон еще один опасный лежит. Оцик. Не вставай. Придурок! Что ж ты делаешь, а тупица? Но если так будет продолжаться, то это, по-моему, очень просто. И это хорошо. А то надоели уже эти, блин. Смотри, не наступай. Ух, что же мне сделать-то, чтобы он не наступил на нее? Это бревно, я думаю, упадет просто на нас. Так, давайте-ка сохранимся, он нас сейчас угробит, по-моему, обоих. Ну не придурок, а? Да, вставай. Ладно, хоть ты удар держишь. Опять паутина. Ненавижу пауков. Слиток серебряный. Хорошо. Так, как я мог вас не заметить, дорогие мои. Я, кстати, опять зелье не закупил. Все время забываю покупать зелье.
Они мне очень нужны бывают, как правило. Хорошо. Блин, ну неплохо, я справляюсь с двумя мечами, они... Хотя, возможно, все дело просто в том, что... Враги тут слабые. Я бы тут, я думаю, испытывал проблемы какие-то. Уровни на 10-м так. Но не на 23-м. Вот кто-то ходит, но это беспокойный, по-моему, обычный. Давай, иди проверяй, там у нас есть... Вот этот паренек, иди к нему проверяй, а я тебя... Зарыжу. Зарызил. Так, что еще тут есть? Ты не встанешь? Нет, ты не встанешь. И ты не встанешь. Вижу вино. А нет, это зелье. Ну, тоже хорошо. Даже лучше, я бы сказал. Ладно. Ладно. Тут наверняка опять ловушка сейчас будет. Очень уж подозрительный коридор. Но вроде как нет. Слева за углом, по-моему, кто-то ходит, если мне не послышалось. Вдалеке. Хорошо играть в наушниках. Вон он идет. Самый обычный слабый драугр. Сейчас мы его выманим на нашего... Как тебя зовут-то, я все время забываю. На Стенвора. Иди проверь Стенвора. Или даже нет. Как-то беспокойный. Ну, тоже ничего страшного. Золото. Ладно, это что у нас такое? Сыромятный шлем. А мне не нужно. А у тебя уже есть, он какой рогатый. 8 золотых, хорошо. Блин, большое подземелье. Конечно, не такой, как в Ольскиге. Там у меня вообще, я по 3 серии ходил получасовых. То есть полтора часа бродил. Но все-таки достаточно большое подземелье. Так, а тут мы были внизу. О, и кто-то лезет. По-моему, опять беспокойный. Иди, дорогой. А, он застрял. Ну, давай, давай. Руби его, руби. Молодца. Так, слабое зелечение, серебро. Может, мне попозже что-нибудь сковать из этого серебра, золота. Какое-нибудь украшение себе. Или будущей женке. Тут же, как мы знаем, жениться можно, оказывается. Тихо. Готов, Стенвор. Погнали. Ни хрена так. Но вообще, знаешь, я рад, что ты туда не попал. Потому что ты мог. Ты по-любому мог. А вы оказались совсем не страшные. Безупречный аметист. Отлично.
Так, а что у нас там такое? А, это просто бревно. Ладно. Окей. Еще выше. Ого. Кто-то там с огромным топорищем ходит у нас. Маячит. Из угла выглянул такой. Хитро ухмыльнулся и пошел, похоже, обратно. Так, хорошо. Молодца, давай, бей его. Ну-ка, не бей Стенвара. Так, ладно. Смотри, не нарвись на ловушке, Стенвар. Полезный напарник, он хотя не особо оказался силен, но я думаю, он нам пригодится. Где-то он там кто-то есть. Но где именно, непонятно. А вот ты стоишь. Хорошо. Блин, я прям Сэм Фишер. Или даже Солид Снейк. Так, вот из этого гроба наверняка вылезет что-то непотребное, и там я вижу... Одиночки Фраугры не так уж страшны, а вот когда их много, справиться непросто. Спасибо, Кэп. Там я вижу стена со словом силы, так что пошли. Давай. Чё ты с моим оружием сделал? Подожди, я не понял. Эй, будь осторожнее. Я не совсем понял, где мой меч эльфийский, блях, и я начинаю нервничать. Так, оружие. Верни мне мой меч, я его сколько точил. Ни хрена себе он. Разоружил меня. О, что бы я без тебя делал? Пока ты отвлекал их, я тут маленько пришел в себя от такой потери. Куда побежал? Да он тебя заманивает. Ух ты, ты еще из лука умеешь стрелять. Так, ладно, а где мой меч? Да свали ты от меня. Меч верните, слышите? Капец. Так, вот этот я тебе отдам. Стенвар. А, вот мой меч. Ух, я уж испугался, блин. Так. Ну ладно тогда. Спасибо, пока подходы. Мало ли чё сюда прискачет. Кстати говоря, ну-ка иди сюда. Иди сюда, говорит. Иди сюда, Стэнвер. Так, я тебе сейчас дам хороший топорик. Если ты им не будешь пользоваться, ты будешь как свинья просто. Так. Нет, я его хочу отдать. Смотри, все равно берет свой меч. Ты меня гонишь? Что такое? Стесняешься, что я лучше тебя владею? Подожди, мечом? Я не хочу. Я шучу, дружище. До новых встреч. Ты что, тебя прогнал? Тут кто-нибудь есть? Блин, я его случайно прогнал, я надеюсь, сейчас можно будет. Стэнвер, иди сюда. Если тебе...
тебе надо проломить пару. Блин, еще им 500. Мой клинок остер. Я жажду битвы. Вперед. Ладно. Это мне наказание за то, что я торопливо все нажимал. Ну, давайте посмотрим, что за слово силы. Убийство, смертный приговор. Это круто. Звучит. Так, крики. Говорите, и пусть ваш голос будет вестником злого рока, ибо слабеют жизненные силы противника и его защита. Отлично. Просто то, что мне было нужно. Сразу поставим это в избранное и посмотрим, что у нас в этом сундуке. Золото, свиток, серебряное кольцо, сыромятные сапоги малого запаса сил, эльфийский боевой топор. Офигенно. Остальная броня, посох мужества. Так, топор у нас одноручный, двуручный. Ты посмотри, да? Эльфы все-таки умеют же делать. Да, он одноручный. Но я, пожалуй... Блин, даже не знаю. Блин, офигенно. Я никому его не отдам. Надо будет его еще заточить. Это будет вообще просто прелесть. Так, теперь сохраняемся. И где тут у нас белый флакон? Я бы дал хорошие деньги за пинту эля, чтобы согреть кости. Ничего, сейчас вернемся в город, бухнешь. Древняя чаша. Ага. Хорошо. И вот она, цель нашего путешествия. Алхимическая лаборатория. Треснувший белый флакон. Все, пора возвращаться, похоже. Неужели всю дорогу назад? Тут не будет какого-нибудь быстрого выхода? Так, что мне из этого нужно? Трава антимагии. Собачий корень. Не знаю, пока что мне вообще неохота, честно говоря, заниматься химией. Я считаю это делом скучным, как и травничество. Игра за обедом. Понятно, возьмем сумку аптекаря. О, вот это вот круто. Это бы я сейчас с удовольствием навернул бы. Огненная соль, это, видимо, с огненного тронаха выпадает. Ну или элементаля, кому как удобней. Все, похоже, надо уходить. Где у нас здесь может быть выход? А, вот. Отлично. Супер. Осталось вернуться в Виндхельм. Но, думаю, кстати говоря, сделаем мы это, начнем, собственно, поход туда, да и, собственно, и придем туда, и будем разбираться в следующей серии. С вами был Артур, надеюсь, вам все понравилось. Всего хорошего, пока-пока-пока.